Сейчас пизданется, я снимаю. Опа, ты в рот. Пиздец. Капитан обязан выдирать очко, и я сам яркий пример этому. Давай снимай, блядь! Окей, Google, что такое чайные пакетики? Чайные пакетики, тибаггинг, это отдельная форма совершения орального полового сношения, обозначающая процесс, когда мужчина кладет оба яичка своей мошонки в ротовую полость, на лицо или вокруг лица сексуального партнера, часто с повторными движениями внутри наружу, как при румации. Что, блядь? Тема. Такие вот дела. Назад сдай. Ну что будем делать, Игорян? Будем играть.
Основные системы в норме. Связь установлена. Готов к работе. Сканирование завершено. Боеприпасы обнаружены. Обновление маршрута. Санек, Тигр! Тигр, откуда он тут? Центр Хабаровска. Нифига себе. На лифте сейчас поедет за покупками. Офигеть. Ремонт крыши в прошлом году был произведен. На футболке? Что? Кто на футболке у тебя? Вот это? Да. Обама? Обама. Хороший Обама? Бля. Кто хороший? Путин. Путин хороший? Заебись. Бросил машину посреди дороги. Спасибо. Не варить ничего. И ушла за творожком. Вон она, в розовом. Она поставила. Смотри, пошла, пикает, закрывает, открывает. Вообще картина. Открывает машину и садит спокойно в машинку со своим творожком. Просто представляете, оставить тачку посередине дороги и пойти за творогом в ларек. Короче, такая беда. Приехал в Семск. Стою тут, короче, промзона. Еще какой-то водила стоит. Короче, он мне говорит по телефону. То он ал. Я думаю, может, он прикалывается. Там, говорит, будешь сливаться. Пиздец организация. Интересно, какая специфика их работы. Чем они конкретно занимаются, мне интересно. Это я, блядь, боюсь туда заезжать, нахуй. Вот такая контора, нахуй. Хуй его знает, что это за аббревиатура и как она расшифровывается, она. Короче, блядь, контора заднеприводных, может, на, по-простому. Мы стоим просто. Ковдорская по ПСП пытался забрать ключ у нас из машины и не пеля скручивал, блядь. Красава. Я тебе телефон в одно место засунул, понял? Да. Что такое? Руки убрал. Сейчас все поедете в отдел, понятно, нет? Так поехали. Поехали, загружаемся. Так давай, погнали, чё ты? Хуй ты едешь-то? Чё за беспредел там на туре? Куда ты его тянешь-то? Я что-то не понял, блядь, вот. Да, я... А чё одеваешь-то? Что-что? Чё делаешь-то? Что-что, уважаемый? Сейчас чё делаешь? Что-что? Сейчас чем ты занимаешься? Еще 5 секунд. Не, 5 секунд. Что делаешь-то? Что? Что делаешь сейчас? Еще раз. Да еще хоть 5 раз, блядь. Сейчас 5 секунд. По-моему, блядь, выход один. Да, уважаемый. 5 секундочек. Что? Пойдем. Ой, блядь. Вы чем занимаетесь? Что? Чем занимаетесь? Еще раз. Сейчас 5 секундочек. 5 секундочек. Ой, подождем 5 секундочек.